Canon MPE 65 мм f2.8 макро – это один из самых необычных современных макрообъективов, выпускаемых серийно. В то время как большинство макрообъективов имеют максимальный масштаб съемки 1 к 1, этот может похвастаться действительно рекордной цифрой – 5 к 1. Естественно, подобные характеристики потребовали нетривиальной оптической конструкции. По своей сути, это объектив-перевертыш. Кольца фокусировки здесь нет вообще. Объектив может быть сфокусирован лишь на определенной дистанции от передней линзы. Автофокуса, как вы понимаете, тоже быть не может. Единственный орган управления — это кольцо изменения масштаба съемки. При его вращении объектив раздвигается, раздвигается и еще раздвигается. При масштабе 5 к 1 его длина увеличивается почти втрое. Но нужно отдать должное инженерам из Canon. Конструкция сделана настолько качественно, что никаких люфтов нет и в помине, а это залог высокого оптического качества. В характеристиках объектива указана светосила f2.8, но она справедлива лишь для самого малого масштаба съемки — 1 к 1. При увеличении масштаба светосила существенно падает, поэтому при съемке с большим масштабом вам, скорее всего, понадобится макровспышка. Помните об этом. Кто-то может сказать, что соберет объектив-перевертыш сам из старой советской оптики и подручных средств. Действительно, это возможно, но такой комплект не даст того же удобства в работе, как Canon MPE 65 мм f2.8 макро. Во-первых, этот объектив оснащен автоматической диафрагмой, которая открыта во время кадрирования и мгновенно закрывается в момент съемки. Во-вторых, вообще мало какая оптика способна обеспечить такой же уровень детализации и резкости, как этот объектив, особенно при съемке в масштабе 5 к 1. Так что если вам нужно снимать действительно крупномасштабное макро, Canon MPE 65 мм f2.8 будет верным решением. Серийно выпускаемых аналогов у него просто нет.